Если успеешь поставить лайк за 3 секунды, то будешь учиться только на отлично! Всем здорова, ребятки, и с вами по-прежнему Верфония, Бобби и Той, и добро пожаловать в игрушку под названием Гаррис Мод! Всем хай, дорогие друзья! Здорово, чуваки! Всем привет, братанчики! Ну что ж, ребятки, сегодня у нас будут SCP-прятки в мире Майнкрафта! Сегодня мы будем прятаться от опасного SCP-106! Это же страшный старик, который будет за нами сегодня охотиться! Ну а мы с пацанами играем за заключенных SCP-фонда, за D-класс! Карта у нас, как я уже сказал, майнкрафтерская, огромное количество нычек! Есть вот такие островки, там еще, ребят, акула плавает! В общем, ставьте лайкусик, если не успели поставить за 3 секунды, у вас вторая попытка, заранее огромное спасибо. Ну и первый маньячок, первый SCP у нас сегодня Андрюха Фоня. Пожелайте нам удачи в комментариях, ну и мы, парни... Погнали прятаться! Ну чё, давай отворачивайся, Андрюха. Давай, давай, иди отсюда. Всё! Пацаны, чё, побежали прятаться, быстрее. Побежали, побежали, у нас SCP-106 отвернулся! Старичок-врунишка, ну что, парни, погнали куда-нибудь спрячемся, я предлагаю как, вместе все? А мы будем? Да-да! Да, давайте, 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 давайте. Только, парни, максимально без палева, я вас прошу. Ну-ка. Максимально без палева, чтобы было. Опа-на. Пойдем сразу. Ренат, ты специально это делаешь? Зачем ты палишь? Да зачем? Ладно, чего, натуре, блин, сейчас просто лак вот одним нажатием, и все, ты отлетаешь. Здесь очень много подвалов, пацаны. Ладно, короче, все, мы вышли. Мы. Ой, точнее, мы сныкались. Все, можешь выходить, маньячок. Показать прикол. Что, правда? Да, мы вышли. Ой, мы сныкались. Так вы вышли или вы сныкались? Мы сныкались. Парни, а вы знаете, что вот тут нас не видно? Вот это фейк. Я вот так сижу, нас не видно. А хотите прикол покажу вам, парни? Ну. Не-не-не-не-не, Бобис, не надо. Да не надо, Бобис. Нормально. Так чё, старичок-то у нас вышел? SCP-то нас ищет или чё? Дедушка уже вышел. Ах, все, друзья, ну что ж. Начались наши приключения. Опасный старикан вышел в наши поиски. Бобис. Если чё, там текстура невидимая. Ты хочешь меня подставить или чё? А, серьезно? Ну вот вылези вот так до конца и обратно, видишь? Он на акуле едет. Серьезно? Чё ты мне тут сказки рассказываешь? На какой акуле? Дайте мне, верните меня! Верните меня обратно! Эй! Пока! Два предателя! Андрюха, они в крипере! Андрюха, они в крипере! Да! Кто такой крипер? Они в крипере, Андрюха, в гигантском! А кто такой крипер? Ой, а кто там бегает? Они упали вниз. А кто такой крипер? Это никто. Бебес! Бобби, куда ты привел? Ё-моё, дураляус! Куда ты привел его? Идите сюда, Дэшечки! Иди, иди, иди! Бобис, зачем ты за мной бежишь? Бобис, ну ты дуралей? Опа, все. Бобис теперь стал дедушкой. Все, ребята, Бобби поймали. Это означает, что он стал помощником SCP. Ё-моё, блин. Парни. Но? Парни, меня поймали, теперь я. Да мы знаем, Бобис. Помощник. Ты помощь. Помощь, сюда. Ты помощь, Бобис. Блин, а там что, Андрюх? В подвале до сих пор, да? Ты за мной гонишься, потому что я просто в подвале сижу, и ты пробежал мимо, если что. А ты куда пошел? Я в подвале. Налево или направо ты пошел? Ну там была развилка, лево либо право. Не скажу, Андрюх. О, ты чё, как ты понял? Чё, слепой? А ты чё, не видишь? Да нет, это же старенький дедушка. А, это Бобби, ты. Здорово. Чё пугаешь, ё-моё? А где этот жук? Слышишь, Ренат, у нас вообще-то два старика, два SCP-106 в мире Майнкрафта, а мы с тобой две дэшки. Они вышли, Ренат, они вышли, они меня пробежали, они вышли. Они вышли, я сижу в подвале, они выбежали чего? Мимо меня прям. Каком ты подвале сидишь? Ну он не сидел в подвале, он врет. Ага. Они мимо меня сейчас пробежали. Да? А я их не вижу, я просто в подвале, я их сейчас не вижу. Братан, прыгай, не бойся. Не, я их вижу. Откуда прыгать? Бро. Откуда? Я в подвале. Прыгай, прыгай. Я в подвале, а куда прыгать? Ты про чё? Да. Куда? Куда собрался? Телепорт там. Как? Ага. А где телепорт находится, кстати? Натуре, а как? Там телепорт. Бобби, тут, походу, внутри телепорт. Там телепорт, а что за телепорт? Бобби, внутри, там... Бобби. Бобби, там телепорт, Ренат, они меня спалили. Какой телепорт? Они нашли тебя? Да. Бобби, где залезть можно? Ты нашел? Сзади, Андрюх. Сзади? Он спрыгнул. Где? Он спрыгнул. Там телепорт. Ах ты ебакаси. Там телепорт. Андрюх, он бежит к свинье. Димасик, держи, пожалуйста. Ренат, ты где? Ренат, давай вместе. За мной гонятся старики SCP-106. Он в подвал пробежал, Андрюх. Я в подвале. А тебе скажи, приведешь за собой толпу. Нет, потому что я в подвале уже сижу. Не, куда он делся? Андрюх, я его потерял. А где он? Андрюх, я его потерял. Он у свиньи?
Да. Он свинья? Где он? Да. Где? Он у свиньи. Нет, он, Бобис, он был где? Где-то у свиньи, Андрюх. Да нет его там. Бибис! Да он где-то у дерева был. Бибис, где видел. Ты? Скажи, пожалуйста. Я в конце... В конце, где деревья, Андрюх, я вон там вот. Бибис, ты где? Где? Ты что, меня не видишь? Вот, Андрюх, я взад тебя. Вот. Андрюх, стой. Где? Вот он. Где я? Вот я. А где? Где ты его видел? Он, короче, где-то вон там, в деревьях был. Ренат, ты где? Я их вижу. Видишь? Я их так добавил. А вы что, не видите меня, парни? Я на дереве, прям над вами. Давай. Сейчас на дерево залезу, а ты стой снизу, Бибис, окей? Да, хорошо. Вы что, слепыши? Алло. Кто слепой? Вы слепые? Они вообще ничего не видят, слушай. Они просто слепые. Парни, ну я опять... Да их нет на дереве, Бибис. Я на дереве, ну что вы не видите? Посмотрите наверх. Подожди. Погоди. Да нет их там, алло. Они опять, может быть, это на стоп, это свечку? Да, может быть. Я наверху. На каком? Это я, Бибис. Рената, ты где? Я опять туда полез, Андрюх, давай. Ренат, ты где? Я там же. Я рядом с тобой. Сверху? Ты мне показывал это место. А, да? Первым. Первым? Фигня. А ты лезешь? Лезешь. Сейчас. Он упал. Ага. Как ты его просто раз отпустил? Этот трун упал. Ага. Что ты, Бобис? Что? Ренат, я убегаю от него. Ренат, давай встретимся. Андрюх, он бежит. Он начал. Ренат, они тут. Они сзади, Ренат. Они везде, Ренат. Я дед. Блин, Ренат стал помощником SCP. Ты сейчас тоже станешь моим помощником. Ловушки. Ну, я сюда, уже! Зажали! Хорош, Андрюха! Старики! Зажали, блин! Да, старики! Ну шо, Бобис, что ты там нарисовал? Показывай! Я нарисовал слона. А-а-а, это слон, понятно. А я, знаете, что думал? А я думал, что это, знаете что? Крестик, который носят на груди. А, ну тоже похоже. Да. А еще похоже на ромашку без одного лепестка. Ладно, все, давайте начинаем. Бобис у нас, отворачивайся. Новый SCP-106, маньячок, парни. Ну что, погнали, сныкаемся тогда. Я предлагаю действовать аккуратненько, парни. Предлагаю играть на грани фола. А ты куда? Я сюда, а кто вы? Кто я? Куда? Я? Он? А? Не-не, сюда, она? Это куда? А и все, я спрятался. Я, пожалуй, самое нелицеприятное место. Куда? А, Ренат! Ты прям туда, Ренат? Ничего себе! Ну вот прям туда. Блин, я к Ренату, мне больше нравится у Рената, чем у тебя, конечно. Ну я готов, все, парни. Диман, смотри. Что, да я вижу смотри, вас. Смотри, что делаю. Что? Смотри, что делаю. Что, ешь? Все, ну что, готовы? Все, мужики? Блин. Все готовы? Я готов. Ну что, выходи, старичок, они в крипере. Каком? Ты чё, опять крысишь, я не понимаю. Да, я крыса. Они в крипере, Бобис. Они засели там. Бобис, а ты это... Покусал его перед началом, да? В смысле? Ну почему он крысит уже второй раз? В смысле? Я не знаю. Я не крышу, я всегда говорю правду, блин, в отличие от некоторых. Ну да. Да, два раза скрысил уже, капец просто. Бобис, они в крипере, Бобби. Да. Бобби. Да. Бобис, они в крипере. Да я устал падать, блин, парни, здесь. Ой-ой-ой. Вы видите, что я каждый раз падаю вниз? Я знаю. Он увидел что-то? Он увидел вас. Мне кажется, что он мог увидеть, да. Он тебя спалил, Диман. Кого? Кстати, да. Опа! Дедушка! Опачки! Кого он спалил-то? А кто это у нас здесь? А кого он спалил? А кого? У тебя один выход. А кого он спалил вообще? А я тоже. А кого он спалил? А кого? Братан, дай ему отпор, у него 4 кп! Ну все! Дай ему двоечку пропиши! Никого тут нет! Отправь его кормить рыб! Ну давай, ладно, тебе может дам шансик. Кого? Нифига себе шансик. Кого? Нифига у вас там пираты Карибского моря происходит, парни. Бобби, ну ладно! Мне Бобби дал вторую попытку, друзья, на самом деле. Правильно, Бобис? Да? Нет. Ну, пожалуйста. Я не даю больше вторых попыток. Бобби, ну дал. Ну дал, ушел. Все, парни, я к вам, короче, тепло. Сюда привел ты его. Кого его нету, блин? Тепло? Все, я тут сижу, парни. Тепло ты хотел сказать. Фух, короче, мне дал Бобби вторую попытку, поэтому мы тут сидим с пацанами в жопе. А ты уверен, что здесь никого нету? Вы прикиньте, это ж правда. Нифига себе.
Блин! Нет, где он? Андрюха, надо прыгать отсюда! Андрюха! Да я уже! Надо сваливать! Сваливай, братан! Я уже убежал! Андрюха, вали! Вода! Он упал! Он упал! Кто? Кто он? Вы где? Мы свалили! Все, парни, текаем, хлопцы, Дэк! Бобис, ну почему ты не поверил? Опа, Андрюха, привет! Да, меня Бобис поймал! Ну все, я теперь маньячок! Так, ну что ж, ребят, теперь я стал помощником Бобиса, теперь я тоже старик 106 SCP. На самом деле он должен был меня убить на акуле еще, дав второй шанс, но в итоге все, друзья, поймал уже точно. Так, парни, 2 на 2, ну что? Поймал. Да! Да, 2 на 2. 2 на 2, все правильно. Бобис, ну что, ты знаешь, где эти крысюки сидят вообще? Вообще не знаю. А я вот, может, тут они снизу, Бобис? Смотри, где? Тут потайные комнаты, ты видел? Бобис, где они, Бобис? Бобис, налево беги. Налево. Где внутри? Внизу. Налево, да. В пещере. Опа, опа. В пещере? В пещере? Беги, братан, беги. Они наверх уже убежали. Наверху. Так я, парни, уже близко. Бобис, а ты что их потерял? Бобис, ты что, дуралялс? Ты их потерял? Бобис, ты сказал, что они наверх вышли. Так они не вышли. Не, мы вышли. Не, мы не вышли. Так вышли или нет? Мы там еще сидим. Да мы там, да. Ага. Посмотри повнимательнее в этом подвале. Ага. Да, да. Мама, и клянешься? Не, ну реально, мы там. А вы видели? Вы видели, что там есть портал? Что? А? Да. Ой-ой-ой, братан, а ты чё там? Я сказал, что я не врал! Бобис, дабл килл, и ты, и я, вдвоем синхронно. Вот это, друзья, раунд, конечно, а там реально есть портал. Ну что, дэшки, спрятались? Опасный дед 106 вышел на ваши поиски. Ой, ну прям дрожу-боюсь. Что, а где сныкались-то, а? Я очень хорошо сныкался. Опа. Опа-на. А как ты туда попал? Я что-то не понял. Ты туда как попал? Фоня, значит, куда это, куда? Туда, в голову. А у вас там что, двое? Еще и той? А, натуре. А там еще Бобис есть. Там еще и Бобис? Вы что, офигели? Ё-моё. О, смотри, братан, там, кстати, написано... Ой, смотри. Что? Вот там ты стоишь, там написано наверху лох. Это ты. Это ты. Это, Андрюха, вы. А Бобис, как вы туда попали, блин? Слышите? А? А тебе скажи. Тут лестница? Именно. Блин! Портал. Нифига вы! Крысюки! Через портал, кстати. Какой портал? Что ты мне врешь, блин? Не, правда Андрюха. Говорю. Ага, что, может, подерёшься? Ага. Давайте сейчас тебе морду начищу, давай, и надо поешь. Вы чё там? Нифига мне начистил. Блин, я тебе переборщил чуть-чуть. Да, нормально, ладно. Так что, реально через портал, что ли, залезли? Да. Через какой еще портал? Вы, крысюки? Ну этот, обсидиановый. Да, конечно, ага. Чё, нашел портал, что ли? Да, 10. О-о-о. Нет! Опа, минус один. Нашел! А ты куда прыгнул? Сейчас будто не старый. Ты куда прыгнул? Давай. В какой? Нифига себе, ребята, давай, порталов. Ищи, вот эта карта. Я думал, вы прикалываетесь. Опа. Минус 2. Ты понял, нашел? Да, ну что? Так, парни. У меня 2 помощника теперь. Это Андрюха и, конечно же, Ренатик. Привет. А где он? Где он? Где он? А где Бобис? Ловите его, ловите. А где он, парни? А вот он бежит. А где бежит? Давай бей его, пацаны. А где бежит? К этой, ковце обкатанной. Ты говно? Я в говно. Ты говно. Я в говно. Бобис какашечка. Бобис какушенце. Давайте, заходите наверх. Не, ну парни, слушайте, дайте, ну, пожалуйста. Да все, не бейте, дайте я вам расскажу анекдот, и вы посмеетесь. Расскажи, давай, анекдот. Ну расскажи, если смешной, мы тебя выпустим. Дайте мне пространство, чтобы мне собраться, пожалуйста. Ну давай, рассказывай, Бобис. Ну давай, рассказывай. Пацаны, предлагаю попукать. Рассказывай, Бобис. Ну давай, друг, начинай. Я расскажу после того, как я выйду вот сюда вот. Подождите, стойте. Но? Я вот сейчас вот так вот сверху стану. Ну, рассказывай. Рассказывай анекдот, Бобис. Я расскажу анекдот. Пространство море тебе. Он уже забыл анекдот, который хотел сказать, он испугался, понимаешь? Колобок повесился, повесился. Да?
раз. Понятно. Все бомжи. Не, мочи его, пацаны. Не, давайте я скажу, не тот, погодите, парни, мне интереснее. Но, рассказывай. Все бомжи собрались в жопе. Самый главный бомж сказал. А, самый главный бомж посмеялся, да? Андрюха, получается, ты самый главный бомж. Нет. Самый главный бомж сказал, а ты что там посмеялся? Не, Андрюха, ты самый главный бомж. Бобис, ну мы тебя поймали. Что скажешь? Да ну это нечестно. Может, вторую попыточку? Какое тебе нечестно? Ну что, ребятки, последний маньячок на сегодня. Ренатыч, он уже отвернулся, бьет стеночку, но мы с пацанчиком пойдем найдем хорошие нычки, чтобы он нас никогда не нашел. Это все правильно, Бобис, я тебе хочу показать супер-пупер нычку. Смотри, Боби, прямо иди, вот туда, портал. А, вот-вот-вот. Не-не-не-не, иди покажу тебе, правда. Андрюх, иди-иди-иди туда. Чего? Вы что, издеваетесь, что ли? Андрюха, это нычка смерти. Туда один раз прячешься и умираешь сразу. Пожалуй, я сюда пойду. Да, я вот один раз спрятался, и все, капец. Так, я хочу показать вам. Давайте все соберемся, правда, достойную классную нычку без приколов. Опять нычку. Не-не-не-не, шикарная она. Она правда офигенная, вам понравится. Отойди-ка, Бобис. Так, Андрюх, ты где? Андрюх, мы в центре, иди сюда. Я бегу. Показываю. Идем сюда. А ты вроде раз показал мне нычку, я Бобби, не хочу, давай ты первый. Идем сюда. Ого! Идем сюда. Идем сюда. О, это ты, Бибис. Идем сюда. Ого. Вот так вот, парни. О, парни, вам прикол показать. Тут, если что, вот, отход есть. План отхода. Ага. Ничего себе ты придумал. Поняли, да? А видите, как она работает? Ну вот так. Натуре! А вы думали? Кто повернулся? Все. Мы его видим здесь? Да, а он нет. Ну что, все, парни? Мы сверху. Мы готовы, ой, давай. Ренатик, выходи. Опасный старичок вышел в наши поиски. Ну как вам нычка, парни? Супер. Согласен, братан, топовая. Есть, вот есть, даже есть. Не знаю, куда пойти с вами, за вами. Ага, 200 тысяч миллионов из 10, Андрюха. А ты что тут ищешь, Андрей? Да. Дополнительные я нычки. Тут ищу, мало ли, что тут какие-то еще приколы, мало ли реально. Ну, может кажется, быть. Кажется, я что-то слышал. Что? Тихо. Что, не нашел? Парни, тихо, притихли. Аккуратно, Бобис, его тут нету. Они все притихли. Тихо. Сейчас пойду посмотрю. Парни. А может вы пошумите? Вон, 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 тихо, тихо, тихо. А вон он, вон он. Пошумим, парни, может быть, да? Нет. А давай. Дайте шуму. Пошумите. Достаточно пошумели? Да-да-да, я слышу, слышу. Так, парни, парни, чего вы так опасно? Дай зайти. Парни. Дай его все. Вы что так опасно, блин? Акула! Что? Ты на акуле, Бобис? Че акула-то? А, да. Я тоже на акуле, да-да-да-да-да. Ренатик, чего, обидненько, да? А где он? Чего, обидно? А где ты, а где ты? Он уже плачет. А он притих что-то, друзья. Я уже близко. Что-то притих, блин. Ренатик! Пацаны, куда вы делись? Ну ты даешь, братанчик. Просто вот этого старичка как это, как ребенка просто вокруг дерева. Вокруг пальца, да. Вокруг пальчика. Как ребенка, да? Да. Ты вроде старик, а как ребеночек маленький. Тебя мы развели. Мы столько подсказок дали. Ренат, мы в картине. Ой, он там у кирпичного, у серого дома. Как ты увидел? Чего? Кого? Ну я вот так вот. Ой, как ой, ты ой, это увидел? Бобис, я придумал. Дома был, там что-то прыгал. Ты что, придумал, Бобис, это все? Бобис. Вон парни! Он! Иди сюда! Парни! Быстро, быстро, отойди! Успел я? Парни, в комнату! Тихо, тихо, быстрее, сидите! Тайную. Тихо, сидите! Сидите! Тайную! Смотрите, я его обошел, кстати. Парни, он не понимает, как сюда попасть! Он не понимал, Андрюха, вообще! Иди сюда, иди сюда, Андрюша! Не-не-не, парни, выходите! Я его привел в ловушку Джокера! Почему здесь так много всего? Андрюха! Потому что карта для пряток. Я не понимаю, куда вы одеваетесь. Да вон там! Вон там, в домике! Он не понял, что ты забежал куда! А, он понял! Он понял! Он понял! Андрюха, беги, 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 беги! Он понял! Давай, 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 давай сюда, быстрее! Иди сюда! Да что мы не убиваем, и сколько у вас хп, вот пацаны? Вот это мы 30. Просто Рената потроллили! 30! Просто, 9. Я не понимаю! 10! Мы через картины бегали, да! Какие картины? Ты так и не понял, что ли? Уйди! Какие картины? Не бывай! Какие картины? Бобис, мы вдвоем остались! Я убил, парни! Все, 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 я валю, я валю! Я тоже, Бобис, я побежал! Ты быстро или как? Бобис, я побежал отсюда! Я гоню быстро! Ага! Бобис, я побежал! Я тоже! А я далеко, Бобис. Надо, ты знаешь? Я не в курсе. Бобис, я спрятался жестко. Все, да, да, да. А ты понял, где? Дайте подсказку, пожалуйста. У меня просто потрясающе. Где?
А как ты понял? И там же, где мы хотели сныкаться, да? Нет, тут а очень темно, хотели, блин. Парни? Тут реально темень. О-о-о. Тут капец темнота. Ого! Я вообще в таком темени. Это просто лайк, друзья, с такой нычку. Это просто лайкусик. Да, парни. Это просто лайкусик. Там кто-то туда пришел, конечно. Лайкусик, да? Лайкусик. Лайкусик. Лайкусик, да? Поставьте лайк, да, реально, поставьте. А что? А что? А где? Поставьте. Блин, я провалился. А кто? А где вообще? А диван у деревьев. Вон он. А ты чё, Бобис, крысишь? Вот он. За мной старики бегут. А Бобис на крыше, вон. Он на крыше. Они на крыше. Стареньких-то это обманывает, да? Он на крыше, я тебе клянусь. Я тебе правду говорю. Да ё-моё, я опять провалился. О, иди сюда. О, добро. Братан, а у тебя нет выхода оттуда, ты понимаешь? Что ты смеешься? У меня, Андрюха, все есть, а вот у тебя нет выхода. Нет. Да. Выхода нет, братан. Нет у тебя выхода. Скоро рассвет. Выхода нет. Ты чё? Я убежал, Бобби, я убежал. А тут еще один импостер, тут его крысюк. Иди. Бобис, там помощники. Меня уже нет. Да иди ты сюда. Нет. Да иди сюда, ты чё? Нет. Винат, поймай его, пожалуйста, уже. Я застрял. Где он? Я застрял. А ты что там делал вообще? А вот и попался. Блин. А вот и ждал тебя. Так, ладно, и осталось поймать Бобиса. Бобис был на крыше вообще-то. Бобис, ты где? Уже нет. Ты спрыгнул? Я... Да. Около серого дома, скажу так. Может быть, да, там. А что такое серый дом? Да? А-а-а. Большой такой, большой. А-а-а. Свечка. А, может тут? Пацаны, вы где? Мы тут картина в картине. Картина проходится, кстати, нет? Не проходится. В какой картине? Мы не в Я картине. Тут уже все картины облазил. Бобис! А тут кто? А вы что, куда-то в подвал полезли опять? А вон он был! Где он? Все, давай. А, или нет? Или мне показалось? Где? Или мне показалось? Нет, он тут, все правильно! Ой! Не показалось! Не показалось мне ничего! А я смотрю, Харя какая-то знакомая, а это Бобис, блин! А я вообще, знаете, где был, парни? Где? Я был в сером доме. Вот это поворот! Неожиданно. Ну что ж, ребятки, а вот такой вот видосик у нас получился. Сегодня реально были угарные прятки от SCP-106, опасный старичок. Ну и мы на этом с вами прощаемся. С вами сегодня были Овер, Фони и Бобби, а также Той. Огромнейшее вам всем спасибо за просмотр. Не забывайте про лайки, про колокольчики. Всем удачи и пока-пока! Всем до скорого, дорогие друзья. Чуваки. Пока, братанчики.